Сколько времени нужно для того, чтобы научиться управлять автомобилем? Ну, официально 3 месяца, идете в школу вождения, учите теорию, практикуетесь и сдаете практику на вождение, получаете вожделенные права. Итак, есть люди, у которых есть право на вождение автомобиля, есть люди, у которых этих прав нет, но они хотели бы их получить. Сколько времени нужно для того, чтобы научиться обращаться с ребенком и воспитывать его? Странный вопрос. У нас нет таких курсов, нет таких учебных заведений. У нас как бы само собой разумеется, все люди имеют вот эти самые, ну, если не водительские, то воспитательные права. А странно. Что такое машина? Да господи, примитивное устройство, 4 колеса, руль и несколько еще рычажков, за которые нужно подергать с педальками. Что такое ребенок? Это самая сложная из всех существующих на Земле систем. Это абсолютно поливариантное поведение, это непредсказуемые шаги. И большинство из нас просто не приходит в голову, что этому можно и нужно учиться. Так вот, идея о том, чтобы прежде чем заводить ребенка, понять, что с ним потом делать, как решать те проблемы, которые возникают, как отвечать на те вопросы, которые поставит жизнь и сам ребенок. Эта идея не нова. Очень многие педагоги в свое время в истории человечества пытались ответить на эти вопросы, проводили разные курсы, семинары и удивлялись, почему у людей так мало желания их посещать. Почему люди охотнее посещают семинары и всякие занятия, с которыми проводят врачи? Когда врачи рассказывают, что нужно делать, если у ребенка болит горло, что нужно делать, если ребенок плохо спит или если ребенок гиперактивный, какую пилюлю дать, доктор, что мне делать, поставить ли гортишники? Друзья мои, но ведь дети – это не просто биологические организмы, которых нужно лечить, которые очень важно, чтобы были здоровые. Надо, чтобы были здоровы еще и их психика, и чтобы были здоровы наши отношения с этими детьми. Поэтому мне очень важно и очень необходимо, чтобы так же, как врачам, люди задавали вопросы специалистам, специалистам в области психологии и воспитания. Наказывать или не наказывать? Что делать, если он не хочет есть? Почему он грубит? Почему он не хочет спать? И вообще, почему он не делает то, чего хочу я? Почему он не хочет ходить в школу? А как заставить его хорошо учиться? Это те вопросы, которые я слышу на всех своих семинарах и тренингах. И вы знаете, что самое потрясающее? Часть людей задает эти вопросы, а часть людей сама пытается на них ответить. Что значит не хочет учиться? Надо заставить. Что значит не хочет убирать? Надо сделать так, чтобы хотел. Вадим, а как приучить ребенка к порядку? Скажите, Вадим, а если у меня уже ребенок подросткового возраста, уже поздно что-то делать? Отвечаю всем и сразу на все вопросы. Вопрос номер один. Можно ли научиться общаться с детьми? Да. Можно ли научиться воспитывать их? Наверное, нет. Наверное, для того, чтобы научиться этому, надо понять, а что такое воспитание. А вот сделать все для того, чтобы наши дети на всю нашу жизнь оставались нашими друзьями, чтобы мы никогда не теряли с ними взаимопонимание и добились уважения, вот ради этого стоит постараться. Ну и самый последний вопрос. Вадим, а можно пройти какие-то курсы, и чтобы после этих курсов не было никаких проблем с детьми? Отвечаю категорически – нет. Можно только одно – понимать проблемы и находить пути их решения. И чем больше будет проблем, тем интереснее и насыщеннее наша жизнь. Я открываю серию вебинаров, посвященных только одной теме – взаимоотношению с нашими детьми. И неважно, есть у вас дети или нет. Если у вас пока еще детей нет, этот вебинар для вас. Потому что очень многие вещи вы узнаете до того, как у вас они появятся, и, следовательно, сможете уже свое общение строить на основе знаний. Если у вас дети уже определенного возраста, то ничего страшного. Нет ни одного дня, ни одного часа, когда бы было, можно сказать, уже поздно. Изменить что-то в отношении с детьми не поздно никогда. А если у вас уже дети стали взрослые, я вас поздравляю. Значит, у вас все впереди, у вас отношения с внуками, а это тоже немаловажно. Почему этот семинар, очень многие тему эту вебинара воспринимают в последнее время как бизнес-тему? Да потому что, когда у нас все
все в порядке дома, у нас возникает мощный импульс для того, чтобы и дальше работать, чтобы делать карьеру и зарабатывать деньги. Когда у нас все меньше и меньше проблем с собственными детьми, мы ходим укрыленные. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы же всегда объясняем всем, что то, что мы делаем, карьерный рост, зарабатывание денег, мы делаем ради наших детей.